Всем привет, друзья! Вы на канале LDay, и сегодня у нас открывается новая рубрика, которая называется «Интересные рейды», в которой вашему вниманию будут представлены только самые лучшие и самые жирные рейды. Готовы? Тогда поехали! Так, вот такая вот... Вот такая вот база. Сейчас посмотрим по периметру. Так, смотрим, одна брешь в обороне. Кто-то уже, наверное, ее рейдил. Пытался. Но, наверное, не зарейдил. В данной новой рубрике, друзья, я не буду выкладывать слабенькие и средненькие рейды. Буду стараться выкладывать только самые интересные и самые лучшие рейды. Поэтому обязательно смотрите. Должно быть очень и очень интересно. Итак, чоппер. Ну, в чоппере ничего интересного. По максимуму база. Так, талончики. Ну, талончиков у меня много. Максимально застроенная по всему периметру каменная база. Так, ну давайте, наверное, с чего начнем? Откуда зайти? Давайте вот там, где уже была стена разломана, там мы и попытаемся зайти. Почему нет? То есть кто-то уже до нас сделал половину работы, пол стены каменной разрушил. Давайте. Так, отлично. Так, смотрите, вездеход. Нехило. 200 частей двигателей. Но это читер какой-то. Это читер. 200 частей двигателей набрать, это, конечно. Так, ванна у него собрана. Но в ванне, к сожалению, нету ящика. Возможно, там... Там очень вместительный ящик. Я делал видео по зараженной ванне. Тоже можете посмотреть, насколько он вместительный. В нем можно на базе хранить ценный лут. Так. То есть тут такая вот рабочая полянка у него. Ну, давайте, наверное, начнем. Так. Так, и ребята сразу же к нам побежали. Побежали ребята. Ну, конечно, для такой базы я взял только две трубы, 10 аптечек, парочку C4, 3 железных топора и 7 обычных топориков. Ну, будем надеяться, нам хватит. А вообще интересная, конечно, база, интересная. Так, давайте бегунов вот этих вот сначала наша задача разнести, чтобы они нам как можно меньше ломали броню. Так, отводим их. Раз, два, три. Одного добили. Следующий на очереди. Иди сюда. Раз, два, добили. Отлично. Так, вот на один удар. Отлично. Еще на один удар. Так, два толстячка у нас осталось. Два толстячка. Есть. Все, последний толстячок. Так, за жизнями смотрим. 18, 14, 10 и на 100 хп аптечечку. Так, а что тут? Что тут у нас? Дерево. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть на четыре. 24 сундука, друзья. Это не считая верхних и что там еще может быть дальше внутри этой базы. Но давайте начнем ломать вот эти вот с дальнего угла, чтобы, скажем так, последний. Так, ну мясницкий нож, конечно, ну точно читер, такие запасы ножей. Причем полные. Что он наделал их и не использовал? Так, посмотрим, что тут. Отлично. Две дискетки, супер. 30 шевронов, 30 жетонов для обмена
краска белая 20, очень редкая краска, самая редкая краска, 20 мобильных телефонов. Так, ну талончики я брать не буду, 4 штуки красных, как бы карточки Z у меня есть, поэтому так, давайте вот этот вот сломаем. Так, и побежали к нам ребята. Так, 2 дробаша, отлично, хорошо. Так, ну давайте, наверное, так, с этой стороны. Вторую волну нам теперь нужно отбить, 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 обязательно нужно отбить. Да, ну конечно, 2 дискетки и 30 шевронов и 30 жетончиков. Очень неплохо, очень. То есть теперь репутацию инженера можно очень хорошо качнуть в бункере Альфа, за которую он дает очень вкусные плюшки. Так, вот так вот мы бегунов отвели, отбегаем, чтобы толстяки к нам не подбежали, пока мы не убьем бегунов. Ну, ребят, можно, конечно, брать ВВС-очку сюда, или калашик, или... Ну, в принципе, любой, и калаш, и М16, и Глок 17, но обязательно с глушителем. Но так как я, в принципе, у меня там особо не было запасов, обойдемся с вами просто холодным оружием. Должно хватить, должно хватить. Ну, конечно, затраты аптечек немножко и затраты по брони, но и того и другого у меня в избытке. Я в свое время зарейдил базу, полностью вынес, полностью вообще все забил аптечками, поэтому с аптечками у меня вообще проблем нету. С бронькой тоже уже 3 сундука, сватовская, армейская, то есть, ну, а вот оружия огнестрельного не хватает, поэтому как бы я исхожу из того, что у меня в избытке, то я пытаюсь по максимуму использовать. Так, давайте вот этот вот ящик. И будем подниматься немножко вверх к нашему вот этому окошку, к выходу, где мы сломали стенку, для того, чтобы под конец нам было проще выбежать и убежать от громилы. Отлично, отлично, миниганчик, супер, ВВС-очка, питон, калаш, Глок 17, 11 канистр. Так, хорошо, вообще красота. Так, аптечки мы пополнили, 3 потратили, 3 забрали. Так, ну, труба должно хватить. Так, давайте, наверное, ребят, я вот думаю, сбегаем к нашему чопперу, положим это дело в чоппер, освободим немножко у себя место, и вообще, наверное, я подумываю, что с этой базы я хочу вынести по максимуму, просто по максимуму, потому что база шикарная, поэтому, наверное, через смерть мы заберем вот это вот дело, и шевроны, и жетоны, вот этот вот, так, и канистрочки поставим, отлично. Так, возвращаемся, я надеюсь, нас ждет еще много вкусного, посмотрим. Вот это вот, наверное, 3 ящика, но видите, они улучшенные сундуки и находятся возле выхода. Постараемся их, наверное, в самом конце, вообще под конец, поближе к выходу, чтобы мы могли их залутать и быстренько выбежать, убежать, чтобы нас громила не убил. Так. Ну давайте вот так вот по порядочку дальше, вот этот вот, так, 65 уже угроза, три раза мы ударили, 2 железных топорика. Три.
Есть. Так, вот эти два сундука у нас будут на очереди. Какие еще? Ну, давайте, ну, тоже, наверное, вот эти два постараемся открыть. Хватит нам, не хватит по уровню шума. Три. Так, раз, два, три. Все, нам вот эти вот четыре сундука осталось ударить по одному разу для того, чтобы открыть. Так. Поехали. Ой, отлично, отлично. 6 глоков 17, отлично. Пусто. Ну, бывает, бывают и пустые ящики. Так, давайте волну эту убьем. Это у нас уже третья волна. И последняя осталась уже там два толстяка с громилой, конечно. Так, давайте растягиваем. Не очень, конечно, комфортно трубой, но ничего, мы справимся, друзья. Так, есть, отбегаем. Аптечки у нас есть. Так, мы трубу сейчас одну доломаем. Есть, доломали. Как раз у нас еще освободится место под оружие. Мы сможем в карман положить оружие какое-нибудь. И вообще по максимуму вынести. Просто по максимуму с этой базы будем выносить, друзья. Так, убили. Так, вот этого 30, которого добиваем. Есть. Нет, или убили, или не убили. Нет, не убили. Ударили по-другому. Так, как бы вот этого с 30 хп, который был, добить надо. Его надо добить в первую очередь. И останется 2. Вот он, есть, все. Отлично, 2 толстяка. Так, теперь, нет. Вот на вот этого, да, отлично, переключить. Да что ты лезешь вне очереди? Твоя очередь настанет, дружище. Не переживай. Так. И навык. Навык мы прокачали. Так, токсичный толстячок. Последний с третьей волны. 30. Все, 3 хп мы ему оставляем, друзья. Оставляем. И теперь мы будем умирать. Да, придется. Придется. Ради чего... Чего только не сделаешь ради того, чтобы вынести просто по максимуму лут с этой просто шикарнейшей базы. Вообще, конечно, интересная такая база. Так, ну, так. Ну, в общем, он нас убивает. Убивает нас токсичный толстяк. Ну, давайте воскреснем. Это, честно скажу, друзья, одна из лучших баз, вернее, ну, как бы, как сказать, да, один из самых лучших рейдов, которые мне попадались, поэтому будем по максимуму выносить. Так, вот то, что мы положили в чоппер, один из самых ценных лутов мы забрали, 2 дискетки, 30 шевронов и 30 жетонов. Ну и сишечку, ту, которая у нас осталась, мы 2 брали. То есть одна нам пригодилась, одна дискетка у меня есть. Так, отлично, все складываем. Сюда я складываю сишечку. Вот так вот. Так, давайте, наверное, что нам нужно для того, чтобы максимально себя обезопасить. Я просто не так часто использую вот этот вот способ через смерть с чоппером выносить 4 места. Ну, как бы и потребности особо не возникало, то есть не было таких жирных, шикарных баз с таким лутом, поэтому
Так, давайте посмотрим, что нам упадет. Так, вы сдаете на 10 меньше шума при ломании стены мебели на чужой базе. Ну, отлично, максимально. Мы теперь, видите, зелененьким было выделено. То есть это уже говорит о том, что до максимального уровня я раскачал данный навык. Поэтому мы с вами теперь мега аккуратные. Так, канистры положим. Отлично. Мое хранилище вот такое. Я его потихонечку расстраиваю. Периметр каменный я уже себе достроил. Так, чувак, ну не до тебя, честно. Погуляй пока по базе там. Так, ну что, пистол мях, пистол мах, не знаю, как правильно, ну то, что пистол, это точно. Ну вот, мы вернулись. Ясный день на дворе, 12:42, отлично, 20 градусов Цельсия, погодка так и шепчет. Так, все, добиваем с кулака наш трупик, отлично, забираем рюкзачок сначала, одеваем. Так, миниганчик, два дробовичка, ВВС-очка, калашик. Все, в общем, забираем. Вот это дело выкидываем. Пистолет забираем, аптечки. Так, аптечки ставим вниз. Глок. В принципе, то есть я трубу, наверное, не буду брать. Потому что с последняя волна, ну то есть уже я сражаться не буду. Так, давайте сразу сюда положим миниганчик. Дробовичок один, дробовичок второй, ВВС-очка. Не, ну шикарно, шикарно, вообще шикарно. Так, друзья, что нам делать дальше? Как же лучше, как правильней нам? Тут мы, у нас вот эти вот два ящика по одному удару осталось, чтобы их вскрыть. Так, тут у нас краска, топорик, давайте. В принципе, железные остались две штуки. Так, давайте еще раз проверим. Угу. Так, тут, ну, как бы ничего сильно ценного. Надеемся на лучшее. Так. Ну что, давайте пробуем. Нет, давайте, знаете что, давайте, наверное, мы сначала разложим вот так вот, вот так вот. Все это дело, вдруг если что-то лучше нам попадется, то мы сможем поменять. Это пока, ну, совсем там 20% этого Glock 17, ценность у него так себе, поэтому мы его выложим. Так, вот эти три ящика мне интересны. Давайте раз, два. Всё. Железным топором нужно всего вместо 4 ударов всего лишь 3 нанести по сравнению с обычным каменным топорчиком. Ну, тем самым меньше шума наносится. То есть надо изначально было, наверное, и вот эти вот все 4, которые я ломал, нам бы хватило. 2 эмочки. Неплохо, неплохо.
Так, ой, как-то мне стрёмно. О, разрушители, забираем разрушители в первую очередь. Кувалдочки забираем. Так, топорик один оставим. Это выкладываем кувалдочки, одну мачетку. Так, ну лопаты как бы неинтересно. Так, и ну вот эти вот три сундука, которые мы подломали, нам по одному удару осталось, чтобы их открыть. Топорик у нас есть. Теперь наша задача, как говорится, унести ноги с этим добром. Так, вот этот второй, еще два удара. Все, то есть они у нас все три теперь на один удар. Уровень шума 97, 100. Все, ребята бегут быстренько, быстренько. Так, да давай же вместо этого. Так, тут, так, все. Не, ребят, мне стрёмно, ну его этого громилу, а то сейчас эти толстяки пузом зажмут нас. Какому-нибудь ящику прижмут, горилла подойдет. Фух. Ой. Отлично, убежали. Во втором ящике аптечки, ну в третьем ящике, ну в принципе, я думаю, там аптечки и что-то еще было, ну такое не ценное, поэтому, ну бежим домой, бежим на базу, друзья. Подведем итоги. Разграбленного. Ну, спасибо тебе, пистол мах. Мы тебя запомним. Поэтому, друзья, если вам вдруг попадется рейд на игрока с таким ником, знайте, что это либо очень прокачанный игрок, либо это читер, либо это бот. Ну, в общем, как бы там ни было, кто бы он ни был такой, он очень вкусный и сладкий пацан, которого стоит рейдить. Так, давайте сбегаем к нашему чопперу. Так, ну теперь тебя мы убьем. Так, вот он, миниганчик, фуловенький, хорошо, два дробовичка, ВВС-очка, один калаш, так вот положим, и вот так вот, две эмочки, кольт, раз, два, три, так, пять глоков, пять разрушителей, давайте, вот так вот, вот, отлично, один скарик, вот. Ну, блин, класс, классный рейд, не знаю, друзья, мне очень понравилось. Супер, я налюбоваться не могу. Вот. Ну, возможно, есть рейды, конечно, такие тоже достаточно интересные, но, скажем так, вот этот один из тех достойных рейдов, по моему мнению, который заслуживает вашего внимания. Поэтому с него я и решил начать новую рубрику «Интересные рейды». Шевронов 30, жетонов 30, две дискеты. Но лежит путь нам в бункер Альфа за репутацией, друзья. Поэтому на этом все, ребят. Если вам понравилось данное видео, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на канал. Если вам будет интересно в дальнейшем смотреть вот такие вот классные рейды и не пропустить такие видео, обязательно подписывайтесь. Новые видео впереди, поэтому не пропускайте, друзья. Спасибо, всем пока!